чуваки, с вами Джейл, и сегодня со мной Топфликс. Мы играем в GTA 5 Online с крутой рубрикой «Битва автоугонщиков». Привет, друзья! И, ребят, вы только посмотрите, какие крутые тачки сегодня мы будем прятать на нашей локации. У нас есть тачки из серебра и есть тачки из золота. Ну а то и сегодня у нас будут спорткары, суперкары, внедорожники, а также огромные вездеходы. И сегодня мы эти тачки будем прятать на огромной территории возле стройки, где сегодня и проверим, кто круче их спрячет, потому что далее, напомню, мы ищем тачки и забираем их на испытания. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас скрумкает. Ну и, ребят, давайте лайкусиком поддержим такие крутые золотые и серебряные тачки. Лично мне они безумно нравятся, так что обязательно лайк, подписка, колокольчик. Ну а мы с Топфликсом погнали уже прятать свои коллекции суперкара. Начинаем нашу рубрику. И, кстати, ребят, кто заметил, что слева у нас стоят только Lamborghini, а справа только BMW, с того однозначно лайкусик. Ну что ж, давайте дадим Топфликсу сигнал, что рубрика начинается, и погнали прятать нашу первую тачку. Я, наверное, начну с гигантского вездехода. Так что проверим, куда сегодня его можно будет спрятать на нашей огромной территории стройки. Ребята, у меня тачки золотого цвета, они очень смешиваются с цветом песка, так что сегодня эти тачки не спрячем, а замаскируем. Потому что я, ребят, буду пользоваться способностями внедорожника и ехать через забор! Ой-ой-ой-ой-ой! Нормальная парковка! Кстати говоря, это довольно крутое место. Подождите, а как выехать отсюда? А, ну ладно, выехать вроде можно. Все, четкая нычка, вы посмотрите. Это ж непонятно, где я. Стой. Ладно, вроде место прикольное, так что погнали за второй нашей тачкой. И вы, ребят, посмотрите, какая пушка-гонка у меня. Это BMW i8, насколько я знаю. И ее сегодня давайте замаскируем где-нибудь в кустиках, либо с помощью трамплина запрыгнуть прям высоко на дерево. Только это очень трудно будет сделать. Ребята, у меня появилась идея. Точно! A few moments later. Чуваки, это самая жесткая будет нычка. Вы зацените, что я придумал. Короче, тачку я погрузил прямо на ков, и давайте ее вот таким образом оставим. Нет, стой. Надо в кустиках. Вот, все. Типа ее не видно. Короче, Топфликс будет проезжать этот экскаватор и даже не будет подозревать, что там находится тачка. Ну и время пришло для нашего кроссовера, ребята. Это BMW X6. Так, сегодня его как раз-таки спрячем где-нибудь. О, можно было бы на трубе спрятать, но мне кажется, крутая нычка будет в кустах. Ой-ой-ой, главное не перевернуться тут, а то Топфликс его точно не отыщет. О, вы посмотрите, идеально. Ну-ка, ой, застрял, кажется. Ну-ка, дальше. Нет, назад. Вот тут самое идеальное место. И смотрите, кусты его просто поглощают. Погнали за последним нашим гигантусом. Правда, эта тачка на гигантуса, ребят, что-то не очень похоже, но зато это самая жесткая тачка по скорости. Она реактивная, оба! Ой, нифига! О, придумал! А давайте эту машину сегодня в трубе спрячем. Это же самая будет жесткая нычка. Например, вот сюда, ребят. Ну-ка, аккуратненько. И ускоритель! Да! Ой, я застрял! Стоп! Не помещаюсь! А-а-а! Так, проблема! Ускоритель! Так, ладно, раз, два, три. Винни-Пух, нановик! Ой-ой-ой-ой, все, короче, вылезаем. Ой, я в текстуре. Ребята, помогите, Джел застрял. Надо выбраться. О, нифига себе. О, да ладно. Вот эта нычка, я понимаю, ребят. Погнали встретимся с Топфликсом и проверим, у кого сегодня больше тачек будет в коллекции. Ну и сегодня, ребят, у нас будет всего лишь 7 минут, чтобы отыскать тачки нашего соперника. Напомню, что Топфликс ищет мои золотые машины, а я его серебряные. Проверим, у кого коллекция получится круче. Так что все, таймер у меня на подходе. Давай, ты давай. Готов? Я давай, готов. Все. Итак, на счет 3 запускаю его. Раз, давай. Два, три, стартуем! Погнали! Сегодня, ребята, мы прятали тачки на стройке, и поэтому сегодня по песку будем гонять вот на таких кроссовых мотоциклах! Ехал! Вы посмотрите! Ой-ой-ой, главное с байка не упасть, а то будет очень неприятно и больно. Так, Антон, куда ты сегодня маскировал свои серебристые машины? Тебе честно сказать? Давай честно скажи, ну-ка. Ну, я спрятал их в унитазе. Есть в унитазе? Ты чё, где ты нашел его? Это подсказка! То есть он где-то рядом с туалетами маскировал их. Я понял. Сейчас я отыщу быстро. Поищи. Нет, у меня, кстати, есть некоторые предположения, где ты их мог маскировать, потому что, ребята, у Топфликса были серебристые тачки серебряного цвета. Ага. И они такие почти белые. То есть ты мог в трубе в белой спрятать, например. Ну-ка. Ну, может быть, мог, да. Либо в трубе, либо за забором, либо на стене. А я вот сегодня, так знаешь, импровизировал и маскировал тачки в таком месте, что они... В каком месте?
Я не знаю. Так, у меня тут что-то непонятное только что увидел. Нифига себе. Я, короче, ехал сейчас, и там, короче, гномы летали какие-то по воздуху, да. Какие гномы, в смысле? Вот я офигел. О, стоп, не понял. Подожди-ка. А что это? Что-то серебристым промелькнуло. Да нет, ты чё? Да, первую тачку за минуту 15 секунд я, ребята, отыскал. Я просто, прикинь, ехал по дороге, и чисто у меня в глаз такое сверкнуло, что-то серебристое. Да капец. Опа. Да, минус того, что у тебя были серебристые тачки. Надо было лучше прятать. Офигеть, ребята. Ну просто, с вас однозначно лайкос, потому что сегодня мы прятали друг от друга Lamborghini коллекцию и BMW коллекцию. И вы посмотрите, что за зеркальная машина у меня. Мне кажется, она кому-то стоит миллиард долларов, знаешь? Миллиард долларов такая Lamborghini. Чего? Ты случайно не забыл убрать экскаватор? Экскаватор? Нет. В смысле? Да как ты увидел-то? Тачка на дереве стоит. А ты посмотри, что там. Я охренел, у него ковш опустился, а тачка наверху на ветках застряла, ребят. Блин, надо было, знаете, что сделать, ребят? Надо было отъехать. Вот на ветке застряла машина, надо было отъехать, ты бы ее вообще никогда в жизни не отошел. Да, я бы только по экскаватору это бы заметил. Знаешь, а я надеялся, что ты увидишь экскаватор, такой подумаешь, о, экскаватор стоит, ну ладно, поеду дальше. И не обратишь внимания даже. Капец, я не понимаю, как ты такой глазастый, Антон? А я нашел, заметил. Окей, хорошо, заметил. Ну, тем временем у нас 2.5 минуты прошло. Смотрите, Lamborghini Urus я где нашел? Вон на той точке. Значит, надо проверить вон ту территорию. Вот эту территорию. Точно! Ребята, и вот эту еще центральную территорию. Поехали в центр и потом по краям. А где ты прятал тачки свои? Я где прятал? А я тебе не скажу! Ладно. А, на дереве, что ли, еще одно? Нет, на дереве я не прятал. Я ее... Тихо, а что это в трубе было? Ну-ка. Ничего. О, это кустик какой-то маленький. Это что, кустики такие растут? Я их спрятал на кране своей машины. Чего такого? Да, смотри, у меня тачки были золотого цвета, а золотой цвет очень похожий с желтым цветом. Поэтому я на кране сегодня машины маскировал. А и не только на кране, еще, знаешь, таких секретных нычках. Каких секретных нычек? Ну-ка, признавайся. Я нашел такие секретные нычки на границе и спрятал их прямо в секретной нычке. Чего? В этих досках зеленых. Да. Найду все. Да, конечно. Ребята, смотрите, по времени остается еще половина времени, потому что прошло 3.5 минуты, еще 3.5 останется. Так. Я успею найти все тачки. Я не понимаю, я уже всю центральную территорию объехал, так еще не нашел ни одной машины. Ну-ка, накась. Так, давайте, ребят, проверять трубы. Че, пусто. О, какая нычка? Надо было сюда тачку запихнуть мне. Так, вот тут я проверял вроде. Блин, Антон. Че, не можешь найти, что ли? Реально трудно. Ты говорил про туалеты, ну вот я. Ну да, если туалетов, маскировался, нет. Ничего нету. Так, маскировщик. Так, фиговый ты маскировщик, Антон, потому что я сейчас... В смысле? Все, а ты отыщу или это тачка была? Нет, тебе показалось. Ой, что это? Это что такое? Так, не знаю. Вот это. Это уже попахивает машинкой. Да это не машина, это чё? Смотрите, он решил тоже экскаватором тачки забаррикадировать, как и я. Антон, все, у меня есть тоже машина теперь. Ну-ка, отъезжаем. О, Lamborghini старенькая, спорткар, ребят. Еще одна серебристая точила. Я ж говорил, у тебя тачки такого серебристо-белого цвета, поэтому он их 100 пудов будет маскировать прямо в этих трубах. Да, нашел. А ты что, еще ничего не нашел, да? Нет, ты только тачку привез. Одну? Ну да. Серьезно? Нет, ребята, сегодня 100% будет победа у Джела, потому что уже 4.5 минуты прошло. Остается еще. Да, остается еще 1.5 минуты, и у меня будет победа сегодня. Так. Привет, Леха. Ты охренел, что ли? Ты что привез? А, ребята, зацените. Да, Антон, ты сегодня что, на экскаваторе будешь кататься? Да, прям на экскаваторе. Все, гонка на экскаваторе, ребят. Ладно, у меня еще есть 2 мотоцикла и ровно... Нет. А, кстати, не 1.5 минуты, я перепутал. У нас было 2.5 минуты оставалось. Так. У меня есть 2 минуты, чтобы найти еще 2 машины. Так, стоп. Так, стой, все, отмена. Ребята, собираемся, думаем логично. Белые машины, значит, должны быть белые нычки. В кустах! Не в кустах! Антон, ты охренел, что ли? Так, подожди, а ты не мог спрятать под Белазом? Нет, под Белазом ничего нету. Да ладно, ты что, простая нычка, ты чё? Так. Вот эту центральную бочку я не проверял. Ну-ка, внимательно. Ничего, пусто даже. Так, тут вроде пусто, да. А где я еще не проехал? Привет, Лёха! Ты как ехал, блин! Я вылился прям в него. Туалеты. Ага! Вот они, туалеты. Так, я буду вокруг туалетов кататься, потому что ты мне говорил... Я пошутил про туалет. Да? Это шутка была? Ну да. Я думал, ты мне подсказку дал такую. Нифига себе. Спасибо, блин, туалетный монстр. Так, внимательно.
А ты тоже в кустах сегодня не прятал тачки? А ну признавайся. А вот не знаю, поищи, посмотри. Погоди, а я же забыл кусты проверять. Стоп, стоп, сейчас монстр, монстр трак, ламбатрак найду твой, и тебе будет хана сегодня да в испытании. Да не знаю, что ты ничего. Да конечно, конечно. Сейчас, сейчас, вот эти кусты, деревья. Ребята, вы тоже по экрану смотрите внимательно, может что-то увидите. Блестящее, сверкающее такое, это стопотов тачка. Да, мне кажется, никто ничего не заметит. Я так замаскировал тачку. Я реально, я просто поеду по границе, все кусты искать буду, все может быть... Точно! А я же еще, знаешь, что не проверил? Что вон ты не проверил? Там парковку с кустами. Вот она! Целая куча кустов, ребят. И вот тут, кстати, могут быть тоже твои машины. Ну-ка, ну-ка. Вот проверяем, пусто. Проверяем, проверяем. Ага, ага. Пусто, капуста. Так, по времени остается еще. Нет, последние 30 секунд на исходе. Ребята, все, это капут. Капут. Что? Машина! Чего? Нет, 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 нет. Еще не все потеряно. Вон она! Да как сверкает машина! Смотрите, видите? Ребят, кто еще не заметил? Я сразу заметил! Ой, ой, ой! А кто это? Кто это спрятал Ламборгини тут? Все! Кто это спрятал свою тачку тут? Время у нас выходит! Слушай, ты нашел что-то? Я успел, да! Так, ребята, я сейчас тоже как топник повезу, короче, тачку вместе с тачкой! Давай, давай! Давай! Все, две машины! Везу две машины! Ой, а где она? Стой! Она в песке! Она в песке застряла! Я ее замаскировал, да! А можно ее вытащить как-нибудь? Ой, 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 ой! Ты что, прям на глаз едешь? Выпала машина! Капец! Ладно, придется так ее вести, ребят. Ну ничего, зато я глазастый, глазастый монстр. Я нашел сегодня три машины. Это Ламборгини, спортивная, хромированная. Я говорю, один минус. Твои тачки выдают вот это сверкание. Реально, блин. Просто вот чуть-чуть посмотришь в сторону машин, и они сразу сверкают, и я понимаю, да, там спрятана тачка. Все, у меня сегодня, ребята, и в коллекции есть Ламборгини, быстрая суперкар, спорткар и Ламборгини Урос. У тебя... Нет! Ты реактивную бэху нашел! Нашел! Да ты... Капец, капец, блин. Секундах. Окей, понятно. У него есть также экскаватор, ребят, и кроссовер. Ну что ж, тогда прокачиваем наши машины и переходим уже к первому испытанию. И вот они, ребят, наши пушки-гонки готовы к первому испытанию. Это будет гонка без правил. Здесь сегодня проверим, кто будет быстрее. Моя супер-тачка на салатовых дисках, в салатовом салоне или у Томикса BMW-K. Вот я единственный только цвет у нее не поменял, чтобы сегодня Томикса по полной слепить своим зеркальным отражением. Ты чё? Да, это мой коварный план будет. Кстати, чуваки, напишите в комментариях свои любимые цвета. И вот давайте сделаем даже так. Какой цвет чаще всего будет встречаться в комментах? Именно в такой я и покрашу тачку в следующей серии. Лично у меня любимый цвет это фиолетовый. Раскрою вам секретики свои. Ну что ж, Антон, готов к гонке через город? Готов, конечно. Раз, два, три, погнали! Оп-оп-оп! Слушай, не понял, не понял. Ладно, это пока внедорожье. Вот тогда выйди на трассу, тебе будет когда по полной. Да, обгони, давай, давай, обгони. Вообще, космолет серебряный, посмотри на меня. Так, бочком, бочком. Ребята, если что, трасса у нас сегодня очень жесткая. С адскими поворотами, с адскими трамплинами. Чего? Нифига себе! Да вы петривался, смотрите на него. Пока, кекс. Оп, а теперь бочком, ребят, наверное. Оп, 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 оп. Давай, давай, давай. Сейчас улетит. Вот тут притормозить. Боком наваливаем. Да ладно, какой красивый дрифт. Вау. Чуваки, по 10-бальной шкале оценивайте реально в комментах. Будет интересно почитать. Так, 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 красиво, красиво прохожу повороты. Ты не улетел даже. Вообще ни разу не улетел. Я боком наваливаю все это время. Да ладно. Вот это красотища. Нет, это пушка. Это реально у меня пушка, не Ламборгини. Так, о нет, Антон, я уже подъезжаю к адским поворотам, в конце них будет трамплин. Так, о, ладно, давай ладно, быстрее. Опасно. Ребята, напомню, 10-бальная шкала от 1 до 10. Вау, чуть в мусорку не улетел. Опасно, опасно, тут еще тачки по встречке гоняют. Вау. Чуваки, мини-купер, не пугай меня. Все, сейчас сделаем последний поворот и будет трамплин, трамплин, жесткий трамплин. Так, я раз, два, три, разгон на максимум, ребята. Я должен прыгнуть на трамплине, давай, давай трамплинчик, трамплинчик. Полетели. И прыжок, аккуратно. Уху, чего? Нет, 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 Антон. Все пошло не по плану. Я улетел в космос на своем космолете. О, здорово, привет. Ты тоже. Нормально, одновременно улетели. Все, по прямой, ребята, ребята. Главное тут еще не влететь, а аккуратно проехать. Оп, идеально, идеально. Приземление хорошее, мягкое приземление. А как застрял. Все, финишная прямая, через киностудию и прямо на пляж. Налево, 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 направо, направо, направо. И все, наконец-то. Прими, я буду первым. Ровно 1 километр, мне остается до финиша. Походу ты меня не догонишь. Так, вот тут главное не умотаться ни в какой стол. Догоню, конечно. Аккуратно, нет, оп, оп, идеально. Идеально! Ну-ка, давай, проезжаем, проезжаем, как проезжаем. Ты делаешь-то? Все! Финишная прямая, ребята! 3, 2, 1! Одна с половинкой, с ниточкой, с иголочкой! Ой! Да с изюминкой! Нет! Стоп! Ой!
нет, умотался, стоп, стоп, стоп. И я буду с акулкой. Вся, я первый. Есть, да, чоки, приехал Джел, получил 1 балл, но мы переходим ко второму нашему испытанию. А вот теперь, ребят, мы с Томиксом находимся на футбольной арене, где и проведем наше испытание, которое называется «Жесткий футбол». Проверим, чья команда победит. Команда «Апельсины» или команда «Невероятные Халки». Халк — это я еще. Короче, давай, Антон, проверим, Ламба или БМВ кто круче. Готов к испытанию? Готов, конечно. Раз, два, три, погнали. Тебе конец. Кто кому забивает гол, получает 1 балл. На тебе. Получай. Нет, 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 в смысле? Команда «Халки», команда «Халки». Изи. Ломать, крушить. На нафиг. Опа. Нет. А теперь забирай мячик обратно. Оп, на крыше. Ты видел трюки? Я ну, это Месси Рональдо от Супер Джелальдо. О, Джелальдо. Ребята, я Джелальдо, Джелальдо. Так, так, так. Левее, левее, левее. Правее, левее. Нет, ты что сделал? Так, давай, давай, давай. Гол, 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 гол. Какой гол? Что, 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 не можешь? Не можешь отнять? Блин, опа, ты, и опа, спасибо. Есть у меня еще один изи балл, ребят. Счет уже 2-0. Ну и погнали ко второму раунду. Окей, проверили, сможет ли Томикс отыграться. Так что я готов запускать. Раз, два, три, let's go. Ну-ка, первый. Давай, давай. Бам, ой. Ой, получай. Вот это было больно. Это было очень больно. Так, иди сюда. Халк мобиль рулит. Я сейчас забью так, тебе. Ой, 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 кому ты забьешь? Опа, мой тебе, мяч. Тебе, бам. Все, иди отсюда. Так, ребята, смотрите. Сейчас я буду 3-0, 3-0. И гол. Будь мячик. По прямой. Давай, давай, катись, катись. Да нет. Нет, 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 стой. Катись, катись. Догадывайся. Гол, давай. Ты куда попал. Ты? И туда, стой. Тебе да, конец. Да, отмена, отмена. Стой, ай, 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 стой. Меня заживало. Задний ход. А я пошел забивать гол. Утаскивают. Так, назад. Охренеть, я не выехал. Нет, 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 стой, стой. Орел, уйди с дороги. Давай, нет, стой. Изи. Да ты. Вот ты такой. Ладно, Человек-апельсин побеждает в этом раунде. Ну ничего, ребята, мы меняем тачки и переходим к третьему финальному испытанию. А вы, ребят, посмотрите на мой зелененький цвет. Что-то мне в последнее время очень нравится такой салатовый халка цвет, ребят. Так что мы врываемся на этой супер тачке на испытание, которое называется «Последний выживший». Сегодня мы атакуем танки и проверим, кто реально взорвется первым. Топликс или Джел. Потому что, напоминаю, у нас 5 звезд. Это полная вся армия за нами начинает охоту. Ну что, Топликс, где твой трундулет, пердулет этот? Я тебе сейчас вырву. Вы посмотрите на BMW. Я на легендарной Ламборгини еду. Так что все, все, однозначно, однозначно, сегодня будет счет у нас 3-1 в пользу Джела. Какой 3-1? Да, у тебя выиграли, Изи. А, да, да, 3-1 будет. Ну смотри, ты можешь ничью вырвать, потому что если ты займешь первое место. Могу! Но это без шансов. Давай, 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 ловлю тебя, иди сюда. Ты куда? Я спрятался. Смысл, иди сюда, я вообще машина рама, посмотри, какой у меня нос низкий. Там танки, беги рампа отсюда. Давай, я... Ой, 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 я буду тут прятаться. Давай, давай, за забором, за забором. Тебя сейчас вы посмотрите. А где? Там же танк ехал. Не понял. Ну-ка, вот пойду. А, вот они едут. Давай, Топликс, я-то король танков, повелитель. Слышь, ты, повелитель танк, гроза морей. Иди сюда. Вот, я вот тут стоять буду. Оп, все, иди это мое место. Иди к танкам, пусть тебя взрывают. Нет, сумасшедший, там танк едет. Так, Антон, задний ход. Задний ход, отступление, нет, план я Б, прячусь. План Б, эвакуируемся. У-ху. Смотри, дурю, дурю танки. Оба, оба. Кукин взорвался. В смысле? Я мастер, я же говорю, повелитель гроза танков, Джел непобедимый. Ой, нет. я заглох, газуем, меня газуем. Меня бомбанули. Тебя, что тебя? Меня взорвали. Бомбанули, взорвали, а как так? Смотри, оба, вот так надо, вот так, ой, 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 косые непобедимые. Ты что, гонщик-то? У-ху. Да ладно, чуваки. Да, однозначно лайк. Сегодня у меня победа со счетом 3-1 в этом видосе. И моя команда Lamborghini Халкомобили побеждает. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поддержите его лайкусиком, а также напомню в комментариях, не забудьте написать цвет для моей следующей тачки. Ну а с вами с ним был Джел Топлик. Ссылка на Антон будет как в описании. Всем удачи, ребят, всем пока! Пока, друзья!